Чика, чика, с вами Крукс. Наконец, четвертая часть темы любимого геймхака. Видео озвучено при помощи моего старого микрофона. Надеюсь, вам это не помешает понять суть данного видео. Важный вопрос задает большинство игроков, а именно, как выйти на новый уровень своего скилла. Видео, к удивлению, не будет длиться долго, как это бывает по классике жанра у большинства ютуберов. В общем, ответ очень простой. Забудьте про сервера с РП-бегом. Зайдите на DM-сервер, где есть бег CJ, и будет вам счастье. Это, конечно же, не основа развития ваших навыков, но благодаря игре на таких серверах ваш скилл возрастет в разы. Откуда у меня такие доводы? Я сам на себе это проверял и могу с уверенностью заявить, что мое мнение вполне логично. На серверах с быстрым бегом, давайте я их буду называть глов-DM-ами, имеется, ясное дело, быстрая анимация движения у игроков, нежели на том же монстере. Поэтому и попасть куда труднее по противнику. Да притом на таких серверах обычно стоит система с наличием брони у игрока, что дает шанс учиться попадать по противнику намного дольше. Ну и игроки там куда пожестче, чем на каком-то Evolve RP. И да, мне за это не заплатили, к сожалению. Но IP некоторых таких серверов я, конечно, оставлю в описании. В общем, надеюсь, вы меня поняли, я лишь пожелаю вам успехов в поднятии своего скилла. Но стоп, а если это нам не поможет? Окей, давайте кое-что загуглим. Как повысить свой скилл? Опа, так, 100 рублей, неделя обучения, Еще и приватный документ какой-то. Вы поняли намек, поэтому жду. Всем удачи и до скорых встреч.